Воспитанники муниципальной спортшколы «Богатырь» на недавнем первенстве Приморья выиграли 11 медалей и вошли в сборную края. Совсем скоро они отправятся на первенство России. А мы приехали к ним на тренировку, чтобы самим попробовать выстрелить мишень. Но сначала нужно узнать про сам вид спорта и его преподавание в спортшколе «Богатырь». Спортивная стрельба из лука – это вид спорта, в котором производится стрельба из лука стрелами на точность или дальность. Победителем является спортсмен или команда, которая наберет больше очков согласно правилам соревнований. Что это за вид спорта, его сложности, его техники? Ну, вид спорта один из древнейших. Многие, видя в фильмах, как стреляют, думают, что это легко. На самом деле это труд. Как физически, так и психологически. Спортсмены борются. Но самое приятное, наверное, в этом, то, что мы боремся сами с собой. Это оздоровительный вид спорта. Чем он полезен вообще? За это время мы видели такие моменты, медициной подтвержденные, что, во-первых, зрение у детей улучшается. Также посылали к нам врачи детей с какими-то проблемами с позвоночником. Расскажите, как вообще ребенка довести до успеха? У нас на определенном этапе подготовки у нас есть определенные упражнения, которые мы даем. И когда спортсмен уже сначала он приходит, это обучение выстрелу, это где-то 2 года. Ну, у кого-то по-разному, но где-то 2 года. Потом, после 2 лет, мы его выставляем на соревнованиях. На соревнованиях он получает соревновательный опыт. После этого он вырастает в опытного спортсмена. А теперь можно попробовать самому. Она защищает левую руку от попаданий тетивы по руке. Ага. Дайте мне левую руку. Левую. Да, левую. Да, да. Ага. Это напальчник, он одевается, ага, на правую руку, и вы с помощью него будете растягивать лук. Смотрите, ученический лук, здесь рукоятка, вы получается рукоятку здесь, а смотрите, вот это гнездо, ага, вы получается здесь прорезь в напальчнике, и вы должны вот так, вот так. Вот. Смотрите, я вам сейчас заряжу стрелу. Так, я уже примерно наблюдала, да, поняла, да, что да, она должна быть, да, между вот пальцы этим. Расслабьте, видите? Расслабила. Да, все. Вот так, я заряжу все, все отлично. Так, вот так, я вот так вот чик. Да, да, да. И правым глазом можете мушкой в мишень прицелиться. И стрелять. И просто отпускайте. Вот, и десятку попали. Вы видели? Это мои результаты, дамы и господа. Несмотря на то, что я попробовала пострелять на близком расстоянии, спорт все равно захватил желанием попасть в цель. А чем он еще может зацепить, рассказали воспитанники спортшколы «Богатырь». Мне очень нравятся люди, которые здесь занимаются. Они добродушные. Также у нас великолепные тренера. С моим сейчас тренером отношения хорошие. То есть он как бы тренирует прямо. То есть мне рассказывают все как по пунктам, там, как это сделать, то, что, там, как, к примеру, там, тянуть. Там рассказывает, что не нужно напрягать, что нужно там делать, там, расслаблено, не расслаблено. Красивый, эстетичный вид спорта. Да, завлек он меня тем, что со стороны выглядит очень легко. Я решила попробовать это на себе. И, ощутив всю тяжесть этого вида спорта, решила, что буду совершенствоваться. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте!